Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью в первом чтении. Законопроект представил депутат Мажилиса Ильнур Бисенбаев. Законопроектом предлагается поправка, в рамках которой таксопарки на каждые 10 такси должны будут обеспечивать одно такси, приспособленное для лиц с инвалидностью. В настоящее время, в соответствии с действующим законодательством, таксопарки на каждые 30 такси должны обеспечивать такое такси, сообщил депутат. Внесены изменения по приобретению автобусов, приспособленных для перевозки лиц с инвалидностью на регулярных маршрутах. Согласно документу, предусматривается введение понятия «абилитация» в целях профилактики инвалидности, унификации оказываемых услуг в данном направлении. Также, по его словам, одному из родителей, сопровождающему ребенка с инвалидностью на санаторно-курортное лечение или законному представителю, возмещается стоимость расходов первой необходимости, таких как размещение в учреждении, питание и обеспечение спальным местом. Согласно предварительным подсчетам депутатов, в течение 3 лет на санаторно-курортное лечение вместе с родителями или законными представителями поедут не менее 62 тысяч человек. В рамках данного законопроекта внесены нормы первоочередного получения услуг в поликлиниках, освобождение лиц с инвалидностью третьей группы от оплаты за оказание нотариальных услуг. В рамках законопроекта депутат Мажилиса отметил, что из трехлетнего республиканского бюджета предусмотрено 5,9 миллиардов тенге.